Здравствуйте, дорогие друзья! Наверное, нет у нас в стране ни одного человека, который не был бы знаком с творчеством Сергея Владимировича Михалкова. За свою долгую жизнь он создал много произведений для детей и взрослых. Сергей Владимирович Михалков родился 13 марта 1913 года в Москве. Отец был крупным специалистом по птицеводству, а мать – учительницей. Стихи Сергей начал сочинять очень рано, сочинял и аккуратно записывал в тетрадку. Чуть позднее, записывая стихи, Сережа начал оформлять их рисунками. Так родился домашний литературный журнал. В 15 лет отправил в настоящий журнал сказку в стихах про медведя, но ее не напечатали. А вот несколько стихов под общим названием «Дорога» напечатали. В это время семья переезжает в Пятигорск. После окончания пятигорской школы 17-летний Михалков возвращается в Москву и начинает самостоятельную жизнь. Работает на фабрике, помощником топографа. И в 20 лет стихи Михалкова появляются на страницах газет и журналов. Его принимают на работу в редакцию «Известий». Одно из первых больших произведений Михалкова – поэма «Дядя Степа» вышла, когда ему было 22 года. Когда Михалков написал поэму и принес в редакцию журнала «Пионер», стихи понравились и решили их сразу напечатать. Всего было написано 4 части. Вторая часть поэмы называется «Дядя Степа – милиционер». Дети очень полюбили дядю Степу за его исключительную доброту и нисколько не сомневались в том, что он реально существует. На встречах с писателем они спрашивали у Михалкова: «А у дяди Степы дети есть?» И Михалков написал третью часть, которая называется «Дядя Степа и Егор». А через несколько лет Михалков закончил поэму о дяде Степе. Он написал четвертую часть «Дядя Степа – ветеран» и на этом поставил точку. Много замечательных, веселых, озорных, иногда по-доброму насмешливых стихов написал для нас Сергей Владимирович Михалков. Да, стихи Михалкова настолько чудесны, озорные, веселы, что на них сложили песни. Например, песенка «Друзей». А еще «Мальчик с девочкой дружил», песенка «Веселого туриста», «Веселое звено», песенка «Юных читателей», «На прививку». И самая главная песня нашей страны тоже на стихи Михалкова. Это гимн России. Есть у Михалкова еще и сказочная повесть. А называется она «Праздник непослушания». Повесть-сказка «Праздник непослушания» рассказывает о городе, в котором папа и мама, измученные поведением своих горячо любимых детей, решили покинуть город, свои дома, оставить город на детей. Дети получили возможность делать, что им вздумается. А чем это все закончилось, вы можете узнать, прочитав данную книгу. А вот еще сказки Михалкова: «Зайка-зазнайка», «Три поросенка», «Как медведь трубку нашел», «Сон с продолжением», «Жил-был король». Много разных наград получил Михалков за свои произведения. А за детские озорные, веселые, порой насмешливые стихи Михалкова одного из первых наградили орденом улыбки, орденом, которым дети награждают веселых людей. А закончить я бы хотела стихотворением Сергея Владимировича Михалкова «Как бы жили мы без книг».
Мы дружны с печатным словом. Если б не было его, ни о старом, ни о новом мы не знали б ничего. Ты представь себе на миг, как бы жили мы без книг. Что бы делал ученик, если б не было бы книг? Если б все исчезло разом, что писалось для детей, от волшебных добрых сказок до веселых повестей. Ты хотел развеять скуку, на вопрос найти ответ. Протянул за книжкой руку, а ее на полке нет. Нет твоей любимой книжки, Чиполлино, например. Избежали, как мальчишки, Робинзон и Гулливер. Нет, нельзя себе представить, чтоб такой момент возник, и тебя могли оставить все герои детских книг. От бесстрашного Гавроша до Тимура и до Кроша. Сколько их, друзей, ребят, тех, что нам добра хотят. Книги смелые, книги честные, пусть немного в ней страниц. В целом мире, как известно, нет и не было границ. Ей открыты все дороги и на всех материках. Говорит она на многих самых разных языках. И она любые страны через все века пройдет, как великие романы «Тихий Дон» и «Дон Кихот». Слава нашей книге детской, переплывшей все моря, и особенно советской, начиная с букваря. Спасибо за внимание.